Вот я сейчас, смотрите, что я сделала. Был у меня брауни микс, потом такой бисквитная штучка. И купила еще маршмеллоу. Это я хотела зайчиков сделать на Пасху. Но первый раз они у меня вообще не получились. Второй раз более-менее. И третий раз я решила из всего оставшегося просто сделать вот такой формы сердечка. Была на фольге, может, не очень видно, но вот сердечко так. В итоге выложила на низ брауни, потом вот этот бисквитный, его, кстати, вообще не видно, я его покрасила в розовый, вот видите, брауни его заслонили и маршмеллоус. Потом еще в серединку между бисквитом и брауни положила орешки и немножко шоколада. Капельки такие для специально для выпечки. А потом положила маршмеллоус под конец, чтобы они немножко, так скажем, разбухли. Но когда их трогаешь, как сказать, это было, был верх, да, а мне нужно было как-то вытащить, они все были очень, то есть дотронешься и все, там это липкая, вот эта зефирная масса, поэтому я их присыпала пудрой, сначала все было красиво, но так как я переворачиваю, вот видите, все приплюснулось, и выглядит, ну так, ну я уверена, вкусненько, и наконец-то я его уже весь доделала, пойдет, вот, так что вот такая штучка, может еще присыпать и покрасивее будет. Просто зефир, он настолько липкий, не зефир, маршмеллоус, да, и неудобен, когда его запекаешь. Вот видите, вот он такой, вот если чуть протнется, там все вот эта липкость вылезет наружу, поэтому надо было припудрить. Как-то так, все, кигану. Нужно разрезать его, думаю. Видите, вот про что я говорила? Все липнет. Вот так выглядит внутри. Первую часть разрезала, она отклеилась немножко. А вторую уже смазала маслом ножек и более-менее отрезалась. В общем, вот браунки, орешки внутри немножко видно. Следующий слой розовый такой бисквит. Я красителя добавила пищевого. И третий маршмеллоус. Ням-ням-ням. Пойду чаек попью. Наш второй baby shower, как называется. Смотрите, у нас есть фонтан в этот раз. Классно. Берете шпажку, потом одеваете на фрукты и фонтан. Еще маршмеллоус разные и так далее. Классно. Грибы. Кстати, не знаю, мы, по-моему, там никогда не ели сырые грибы. По-моему, всегда были, должны быть как-то приготовлены быть. Но они едят, в принципе. Или просто моя семья не ела. Вот в этот раз вывешала у мальчика и в стиле в таком сафари. Животные. Мама любит вот этого тигра с мультика, с Винни-Пуха, по-моему. Тут как обычно, помните, я уже показывала, эти подгузники берете, пишите туда и, ну, складывайте обратно, и потом, когда менять будете, наверное, прикольно, приятно, как это, ну, как это называется, пеленать, менять подгузники. С пожеланиями какими-нибудь. Вот. Что это еще? Матч. Какие-то игры будут, и он, наверное, выдавать будет. А, пакетики с печеньками в виде животных. Вот. Подарки. Вот, как классно. Как классно. Ладушки. Он там тоже. Дилан. Пласти. Это baby Adela. What happened? Are you trying to take a picture? Oh, okay. Yeah, I've been for a while. Hey. Вот это у которой в тот раз был baby shower. У нее теперь. Hey. Hey. Yeah, snore. So sweet.